Привет, друзья! Анекдотец от нашего подписчика Юры Гармониста. Дружище, спасибо. Ну, пошли три друга в лес по грибы и заблудились. Плутают, а уже ночь надвигается, гроза. Они видят через просвет, что-то светится. Выходят на полянку, там стоит избушка с сараюшкой, они к ней. В двери давай долбиться. Выходит на крыльцо бабка вся сморщенная, а за ней дева, ну просто краса, супер. Они давай бабку просить: бабу, бабусь, пусти переночевать, заблудились. Она такая: сынки, я бы пустила, но не могу. Те такие: почему? Понимаете, говорит, каждый вечер прилетает змей Горыныч и жарит мою внучку. Те такие: все равно уламывать, ну куда мы на ночь глядя, пусти. Уломали, короче, так говорит, только давайте в сарайку, там все нас спрячетесь, чтоб тише травы ниже воды. Наоборот. Ну, те спрятались. И бабка такая говорит: ну, говорит, отнеси внучке парням покушать, поужинать немножко. Та взяла, ушла в сарайку и пропала. И тут вдруг прилетает змей Горыныч: давай шукать эту внучку. Нету ее. Давай пытать бабку с пристрастием, там, цинично. Ну, бабка сломалась и говорит, мол, в сарайке. Змей Горыныч туда. Оп, и тоже пропал. Бабка ждет, нету никого. Решила пойти сама посмотреть. Заходит в сарайку и видит. На сене лежит внучка вся голая. Змея Горыныча три друга. Один держит за крылья, второй жарит в дупло, а третий огромным кулаком то по одной голове, то по другой, то по третьей. И такой: дурак, дебил, идиот. Зачем три головы отрастил? Нет, чтоб три задницы, давно бы уже отпустили. Пока, ребят, всем здоровья и процветания.